прошлом году BYD представил суперкар U9 под премиальным брендом Yingwang, вторую модель после внедорожника U8. Если U8 удивил способностью плавать по воде, то U9 привлек внимание благодаря инновационной подвеске Desus X с гидравлической системой, позволяющей автомобилю прыгать и танцевать. Маркетологи BYD подняли планку, опубликовав видео, на котором Yingwang U9 без водителя мчится по тестовому треку на скорости 120 км в час, преодолевая выбоины и дорожные шипы. Производство этого суперкара стартовало в августе прошлого года, а цена впечатляет не меньше – $230 000. U9 – электрическое двухдверное купе на платформе i4. С четырьмя двигателями по 322 лошадиных сил каждый, его суммарная мощность достигает 1287 лошадиных сил. А крутящий момент – 1680 ньютон-метра при 21 тысяче оборотов в минуту. Разгон до 100 км в час занимает всего 2,3 секунды. Литий-железо – фосфатный аккумулятор от FinDreams, дочерней компании BYD, на 80 кВт-часа обеспечивает до 465 км пробега по китайскому циклу CLTC. Мощность суперкара звучит впечатляюще, но это еще не все. В U9 используется первый в мире U-образный двигатель, который обеспечивает низкий центр тяжести. Он оснащен магнитами, устойчивыми к высоким температурам, что повышает его эффективность. По словам разработчиков, такие двигатели могут выдерживать до 200 градусов, тогда как обычные выходят из строя при 140. Особая гордость разработчиков – уникальное шасси Desus X, которая может поднимать каждую ось со скоростью 500 мм в секунду и может мгновенно изменять дорожный просвет суперкара на 75 мм. Это позволяет электромобилю не только танцевать и прыгать, но и двигаться на трех колесах. В одном из новых видео U9 преодолевает первое препятствие. Это широкая выбоина размерами 6 на 2,5 метра, заполненная водой. При приближении к выбоине подвеска активирует систему, позволяя автомобилю прыгать в длину на скорости 120 км в час на более чем 6 метров, как сообщает компания. Следующее испытание для Yingwang U9 – поле дорожных шипов высотой около 3,5 см. Благодаря системе подвески Desus X электромобиль снова преодолевает препятствия, перепрыгивая через шипы с легкостью. Такая маневренность делает U9 непревзойденным, и в реальной жизни за ним будет сложно угнаться даже полиции. Суперкар BYD U9 не только восхищает своими выдающимися техническими характеристиками и удивительными трюками, но и предлагает уникальный уровень удобства. Благодаря специальному приложению на смартфоне владельцы могут контролировать множество функций автомобиля. Это включает активацию различных режимов, настройку параметров подвески и даже запуск трюков. Все доступно через экран вашего телефона. Преимущество шасси U9 выходит далеко за пределы обычных характеристик. Оно позволяет суперкару быстро проходить повороты, тормозить без опускания носа и стремительно стартовать, не задирая передок. Корпус U9 из углеродного волокна, что гарантирует максимальную жесткость. С показателем накручения 54 425 ньютон-метра, а крыша способна выдержать нагрузку до 11 тонн. Да, этот суперкар способен выдерживать серьезные нагрузки. Задний спойлер создает прижимную силу до 280 кг, обеспечивая отличную стабильность. Но вот вес снаряженной массы – 2475 кг, из которых 633 кг приходится на аккумуляторный блок, что для суперкара немало. Это почти в два раза больше, чем у Porsche 911 в новом кузове. Тем не менее, U9 не выглядит перегруженным. Он скорее напоминает мускулистого тяжеловеса. Размеры U9. Длина – 4966 мм, ширина – 2029, высота – 1295, колесная база – 2900 мм. Огромные габариты оправданы необходимостью разместить мощную батарею и 4 электродвигателя. Архитектура 800 вольт позволяет заряжать автомобиль от 30 до 80% всего за 10 минут. Также U9 поддерживает двойную зарядку, что позволяет одновременно подключить два зарядных устройства. Эта технология уже была представлена в моделях Denza D9 и N7 от BYD.
Интересно, что в то время как спортивные автомобили часто имеют более широкую заднюю колею, в компании BYD решили изменить подход. У модели U9 передняя ось шире задней, что способствует улучшенному сцеплению на затяжных поворотах. Ширина передней и задней оси составляет 1719 и 1676 мм соответственно, а колеса 275 на 35 спереди и 325 на 30 сзади, все 21-дюймовые. В то время как другие китайские производители электромобилей соревнуются в количестве гигантских экранов или в том, сколько дисплеев можно установить в салоне, Yangwang U9 выбрал другой путь. В салоне автомобиля три экрана, каждый из которых выполняет свою функцию. Перед водителем – приборная панель, в центре – тачскрин, а для пассажира установлен дополнительный монитор. На его экране дублируется информация о скорости, давлении в шинах, ускорении и других параметрах, что особенно важно для трекового использования. Рулевое колесо трехспицевое, а отделка салона включает карбоновое волокно и замшу. Для комфорта предусмотрена аудиосистема DIN Audio Evidence на 12 динамиков, обогрев, вентиляция и массаж сидений, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Yangwang U9 – это не просто суперкар, а целая революция в мире электромобилей. Сочетание инновационного шасси, мощных двигателей и уникального дизайна ставит его на передовую среди самых продвинутых спортивных машин. Разработчики BYD, в отличие от большинства конкурентов, не побоялись изменить традиционные схемы и внедрить такие функции, как гидравлическая подвеска Disas X и первый в мире образный двигатель. Эти технологии не только впечатляют, но и делают U9 настоящим мастером маневров, от прыжков через выбоины до уверенных преодолений препятствий и даже танкового разворота. В то же время внутренний комфорт и внимание к деталям делают салон настоящим произведением искусства, отвечая самым высоким требованиям. В то время как другие производители соревнуются в количестве экранов или в количестве лошадиных сил, Yangwang U9 поднимает планку на новый уровень. Учитывая все эти достижения, неудивительно, что цена $230 000 выглядит оправданной. Удастся ли кому-то еще достичь такого уровня, покажет будущее, но одно ясно – U9 уже задает тон для всех, кто осмелится бросить вызов этой невероятной машине. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.